Ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке, миграционный кризис, отношения России и ЕС – все самые горячие темы международной повестки обсудят участники дискуссионного клуба «Валдай», который проведет свое 13-е заседание в Сочи с 24 по 27 октября. Организаторы форума признают, несмотря на разговоры об изоляции России, интерес зарубежных экспертов и политиков к диалогу с российскими коллегами растет с каждым годом. Будущее начинается сегодня, контуры завтрашнего мира. Так звучит общая тема заседания. В этом году на Валдае ожидается аншлаг. Участие подтвердили более 130 экспертов из 35 стран от постсоветских республик до США. Гости из Монголии, Кореи, ЮАР и Сирии будут в этом году новичками. В Сочи приглашены экс-президент Финляндии Тарья Халанен, президент Австрии с 2004 по 2016 год Хайнц Фишер, бывший премьер Австралии Кевин Радд, многие авторитетные западные и азиатские дипломаты и политологи. Планируется, что с участниками клуба встретится и президент России.